Девочки, и еще пару слов. Смотрите, это моя фотозона. Вот так вот она выглядит. То есть это нет, это не обращать внимания. Это смотрите, я когда вот так вот его раскрываю, да, то вот сюда подлаживаю, чтобы свинчика не падала вниз, а держалась на уровне. Это я уже его сфотографировала. То есть, видите, я накладываю, фоткаю и так фоткаю. И вот с такого ракурса, видите, как красиво. И, например, когда я цельную обложку, я вот так вот ставлю его. Вот так вот. Видите, смотрите, сзади очень красиво падает белая шторка. Ну, надо только поближе. Здесь вот кусочек кружева. Можно еще что-нибудь поставить. Я очень люблю вот такие вот домики. Видите, коряга. Вот это в цвет этой штуки, это же та же самая нитка в цвет кисточки. Беленькая, это кружево. Вот такая вот, да, у меня фотозона, и она очень близко к окну расположена. Видите? Вот. И, кстати, вот такая вот у меня есть конструкция, да. Я залажу, фоткаю близко детали, и фоткаю постранично, и разворот целый вместе. Вот целый разворот, мне приходится становиться на стульчик, потому что у меня объектив очень близко берет на фотоаппарат. Кстати, вот у меня зеркальный фотоаппарат. Ему уже много лет, около 10 лет, Canon. И да, тут всякие настроечки есть, я ими не особо пользуюсь. Но что мне нравится, мы на него купили другой объектив. Мы на него купили Зенит за 250 гривен, это ну, 700 рублей, что ли, да. В общем, купили съемный объектив, и вот он очень классный. Он не приближает, не отдаляет, но он очень клево делает фокусировку на объекте, а все остальное сзади размывает. Ну вот. На телефон тоже можно фоткать. У меня сейчас в руках, да, я снимаю на iPhone 6s, по-моему, у меня. Вот, на iPhone тоже очень хорошо фотографировать можно, но только, да, он не такую глубину почему-то берет, как фотоаппарат, конечно же, но тоже вариант, то есть как бы все условия, весь декор, да, у окна все это остается, просто фоткайте на то, что есть, но обязательно при дневном освещении, обязательно в определенное время, когда светло. Сейчас у меня на часах 2:30, и здесь солнца нет у меня, то есть мы не попадаем под солнце, конечно же.